Глава 7. И сказал Господь Ною: «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сем. И всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужеского пола и женского, также из птиц небесных по семи, мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей, и истреблю все существующее, что я создал с лица земли». Ной сделал все, что Господь повелел ему. Ной же был 600 лет, как потоп водный пришел на землю. И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа. И из котов чистых, и из котов нечистых, и из птиц, и из всех пресмыкающихся по земле, по паре мужеского пола и женского вошли к Ною в ковчег, как Бог повелел Ною. Через 7 дней воды потопа пришли на землю. 600-й год жизни Ноевой, во 2-й месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверзли все источники великой бездны, и окна небесные отворились. И лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. В сей самый день вошел в ковчег Ной и Сим, Хам и Иафет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и 3 жены сынов его с ними. Они и все звери по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, пресмыкающиеся по земле по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые. И вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни. И вошедшие мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог. И затворил Господь за ним ковчег. И продолжалось на земле наводнение 40 дней. И умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы. И лишилась жизни всякая плоть, движущиеся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных, все истребилось с земли. Остался только Ной, и что было с ним в ковчеге. Вода же усиливалась на земле 150 дней.